Всем привет, дорогие друзья! Сегодня с вами я, Инестейшн. И в этом видео у нас с вами будет огромная распаковка из магазина H&M. В прошлом ролике мы вместе с вами посетили большой H&M в моем городе, и там я вам показала всю одежду, которую вы можете приобрести. Если вы не смотрели еще тот видосик, то обязательно переходите вниз и находите там его по ссылочке в описании, сможете посмотреть. Там я даже ценники говорила. Кто не знает, в H&M сейчас глобальная распродажа, а именно там сейчас скидки 50% на все. Я, конечно же, не могла пропустить это событие, и мы с вами туда поехали, закупились там. Ну и я вас спросила, хотите ли вы распаковку, вы сказали да, и я думаю, что в принципе вам будет интересно посмотреть, что я прикупила. Но сегодня здесь покупочки не только для меня. Один пакет одежды я закупила полностью для сестры, а второй пакет одежды я закупила для себя. Прямо сейчас ставьте пальчик вверх, чтобы не забыть это сделать потом. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить других видео. Подписывайтесь на все мои соцсети, потому что там я с вами лично общаюсь. Личка у меня всегда для вас открыта. И не забывайте про мой телеграм-канал. Там все анонсы и самая актуальная информация. А мы переходим к видео. Одну вещь достаю из одного пакета, вторую вещь достаю из другого пакета. Так будет гораздо интереснее. Первую вещь, которую я достаю, это леггинсы. Леггинсы я купила своей младшей сестре. Это не простые леггинсы для спорта, это теплые леггинсы с фетровой подкладочкой. Штанишки без скидки стоили 800 рублей, а мне их удалось купить за 400 рублей. Они черные в полосочку. Следующая вещичка — это бежевая кепка. Не поверите, но я ее купила себе. Я давно хотела бежевую кепку на лето, на весну, знаете, вся вот эта мода, когда мы надеваем кепку и сверху капюшон. У меня есть одна черная кепка, которую я так ношу, и я очень сильно хотела бежевую, поэтому теперь у меня есть еще и бежевая. Изначально она стоила 699 рублей, мне ее удалось купить за 350 рублей. Ее состав — это 100% хлопок, она мягкая и, конечно же, сзади регулируется. Серо-зеленая, вижу что-то, а именно это детская толстовка, на ней написано «Weekend», Ahead Making New Memories. Также на рукавах есть тоже надписи. Здесь написано New Memories, новые воспоминания. New Memories, новые воспоминания. Такой джемперок без скидки стоит 1400 рублей, я его купила за 700. Здесь присутствуют три цвета, белый, серый и зеленый. Смотрится очень нежно, классно и одновременно спортивно. Не на зиму, конечно, но достаточно теплая, потому что здесь есть утеплитель. К сожалению, на данной кофте отсутствуют ярлычки с составом, видимо, их кто-то оторвал, но на весну или под очень теплую куртку куда-то в здание, в помещение, она самое то. Честно говоря, я не ожидала, что эта вещь будет стоить настолько дешево, и мне кажется, это круто. Она оставалась последняя в размере XS. У меня обычный мой размер — это или XS, или S. Не все вещи XS мне подходят, но вот эта подошла. Это белая укороченная джинсовка. Классно то, что ее можно надевать на любой топик, на любую футболку, летом, весной, или придумать с ней какой-нибудь образ. Будет смотреться очень круто. На нее уже была скидка 700 рублей, но мне ее удалось купить, знаете, за сколько? За 350 рублей. У нее есть два больших кармашка спереди, и рукава также регулируются пуговицами. Обычная джинсовка, просто укороченная. Достаю вещь из пакета сестры, и здесь спортивные фиолетовые штанишки. Обожаю такие спортивные штаны, в них можно ходить везде, и на физкультуру, и дома гонять, и летом. Здесь есть желтая надпись New York City, хоть мы и не из Нью-Йорка, но просто прикольно. И как всегда, они любят ставить какие-то печатки, значки, здесь тоже он присутствует. Штаны классные, мягкие, они тонкие, без подкладочки. Стоили изначально 800 рублей, мне удалось купить за 400. Хорошая тянущаяся резинка, и на ножках также есть резинка. Друзья, минуточку отступления. И сегодня я вам хочу показать и рассказать про замечательного вязаного гнома ручной работы, который идеально впишется в ваш интерьер. Этот гном ростом примерно 46 сантиметров, он выполнен из гипоаллергенной пряжи, связан с техникой амигуруми. Он очень приятный и мягкий на ощупь, а наполнение у него холофайбер. Этого миленького гномика можно заказать в качестве подарка, например, молодой семье или паре. А можно просто маме подарить. Вообще, мне кажется, что такая игрушка подойдет даже ребенку. Самое крутое — это поставить новогоднего гномика прямо под елку. Если вы хотите заказать эту замечательную интерьерную игрушку, как это сделала я, то тогда специально для вас я оставляю ссылочку в описании, где вы можете это сделать. Подарите себе, своим родным и близким, новогоднее настроение. Обожаю все, что связано с
NASA. Что касается одежды, это уже не первая моя кофта, на которой изображен логотип NASA. И каждый раз я покупаю что угодно с этим принтом. У меня уже есть и футболка, и толстовка, и чего только нет. И теперь еще и будет свитшот. Свитшот мягкий, качественный и очень яркий. Он белого цвета, посередине логотип NASA. Рукава у нас с красными полосками, и снизу свитшотик на резиночке. Свитшотик теплый, здесь опять имеется подкладочка любимая H&M-овская. Без скидки кофта стоит 1099 рублей. По скидке я ее купила за 545 рублей. Опять возвращаемся к мешку моей сестры, и здесь у нас сразу будет две укороченные футболочки. И я сразу же достану такую же футболку из своего пакета. У нас с сестрой теперь будут две одинаковые укороченные футболочки, бежевые, с покемонами. Я брала те футболки, которые могут подойти для съемки видео, для того, чтобы ходить дома, и чтобы они были яркие и интересные. И на самом деле, больше мне никакие футболки прям сильно в H&M не понравились. Но вот эта мне показалась прикольной, потому что она еще и была по скидке дешевая. Без скидки она стоит 600 рублей. По скидке мне удалось ее взять за 300 рублей. Футболочка изготовлена в Бангладеше и состоит из 100% хлопка. Она легенькая и классная. Я думаю, мою нет смысла показывать, она такая же, просто большая. Еще одна футболочка, которую я купила своей сестренке. Она нежно-желтого цвета, и на ней очень красивый коричневатый принт, состоящий из надписи Lakewood 93, Rose Hills. Ну, как всегда, H&M любит такие цифры всякие. Без скидки футболка стоит 400 рублей, по скидке 200 рублей. 100% хлопок Бангладеш. Давайте посмотрим последнюю вещь из моего пакета. Это ярко-оранжевый кардиган. Будет очень круто надевать на какую-то футболку, потому что просто футболку под куртку, ну, холодно, да? А с кардиганом и тепло, и как бы кофточка, и можно снять в любой момент. Ну и для съемок тоже пригодится, такой яркий, классный, красивый. В общем, решила взять. И да, он почему-то у меня без бирочки, то есть кто-то их снял. С оранжевыми пуговицами укороченный кардиган. Смотрится здорово, прикреплю вам здесь фотографию. Взяла размер L, чтобы был немножечко побольше. И, к сожалению, на нем нет бирки. Сейчас мы с вами посмотрим по чеку, сколько стоит кардиган. Написана та цена, за которую я его купила. Это 600 рублей 50 копеек. И две последние вещи из пакета моей сестры. Набор заколочек. Посмотрите, какие они милые, красивые. Тут зверята, котята, кролики, щенята. И до скидки наборчик стоил 300 рублей, а я купила его за 150 рублей. Милота. И леггинсы. Леггинсы черные, спортивные, на этот раз уже тоненькие. Бежевые полоски. Написано Let's go on a new adventure. К новым приключениям, так сказать. 20% перерабатываемого хлопка. Стоили 800, я взяла за 400. Итого за каждый пакет я отдала примерно 2500-3000 рублей. То есть вышло достаточно дешево для H&M, потому что там такие цены давно не были. И когда я видела ночнушки и платья за 200 рублей летние, я просто была в шоке. Но я купила не так много вещей, потому что мне практически ничего не зашло. Ну что ж, будем подходить к концу. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. И если это так, то не забывайте ставить свой пальчик вверх, подписываться на мой канал. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Не забывайте про все мои соцсети. Смотрите предыдущие видео по ссылочке в описании. И всем пока-пока. Сегодня с вами была я, Инстейшн.